привет! Вы находитесь на канале Legus, и сегодня у нас будет обзор вторую версию микрошагового механизма. На прошлом микрошаговом механизме, кто, кстати, не видел на него обзор, ссылочка будет в описании, там набралось 3000 просмотров. Это очень много для моего канала. И я подумал, а чего бы не снять еще какой-нибудь микрошаговый механизм? Ну и встречайте, вот такой вот микрошаговый механизм. Еще в комментариях под прошлым видео по микрошаговому механизму писали, куда его можно применить. Его можно применить, вот отвечаю, например, для переключения коробки передач. Либо там вот, ну да, переключатель коробки передач. Но а дальше я ничего уже не знаю. Вы там можете свою фантазию включить и что-нибудь подумать тоже. Так что вот так, он может пригодиться хорошо для переключения коробки передач. Давайте сейчас я вам расскажу про этот микрошаговый механизм чуть-чуть поподробнее. Ну а перед началом просмотра видео не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк. Ну и давайте, пожалуйста, к Новому году наберем на моем канале 500 подписчиков. Это будет самый лучший подарок от вас мне. 500 подписчиков до Нового года. Если не наберем, я не расстроюсь. Так что вот так. Ну и давайте рассмотрим этот микрошаговый механизм поближе. Так, ну что, вот так этот микрошаговый механизм выглядит вблизи. Вот, это и вторая версия прошлого механизма того. Ну и давайте покажу вообще, что у него тут есть, какая у него вообще функция. Так, функция первая. Вообще его называют микрошаговый механизм, потому что... Вот этот вот вал выходной, я сюда прицепил вот этот вот коннектор. При вращении вот этой вот шестереночки поворачивается на 90 градусов. Так, смотрите, сейчас я возьмусь. Как его тут взяться лучше? Вот, смотрите. Он повернулся на 90 градусов. Из исходного положения в 90 градусов. И так при каждом щелчке. На 90, на 90 и на 90. Вот такой вот микрошаговый механизм. Работает он вот тут вот от резиночки. Ну и вот такой вот передача вращения тут идет. Вот. Давайте я вам сейчас чуть-чуть с другого ракурса покажу. Смотрите, вот мы переключаем нашу шестереночку, крутим, и он переворачивается на 90 градусов. Вот такой вот микрошаговый механизм. Когда я буду собирать там какую-нибудь коробку передач, я вам покажу, как он работает. Я его подключу к коробке передач и посмотрим, как это все будет работать. Ну что, кому понравился вот такой вот микрошаговый механизм, не забудь поставить свой лайк и подписаться на мой канал. Ну и давайте наберем на этом видео 20 лайков, и я собираю какой-нибудь еще микрошаговый механизм. Потому что собирать их это, ну, не очень быстро и, конечно, долго. Так что вот так. Ну а что, с вами был я, Руслан. Всем пока!